Девчонки, давайте я вам цветочек, а вы не курите. Все, выбрасываем все. Ну, это прям вот ногой, вот хорошо. Прям ногой, да, вот, вот так. Девчонки, вы не злые, нет? Я злая. А чем тогда, я не знаю, там белок от протеина отличается? Ну, мы не настолько прошаренные. А вот если бы я вам предложил... Мостик? Мостик, это было бы круто. А можете? Могла бы мне и подмигнуть, типа, там, цветочек-то давай. И не бойтесь мужчин, они не все страшные. И еще есть настоящие. Тащите нежно за бутон. Все как с мужчиной, нежно, и тогда он и распустится. Какой это цвет? Мужчины, они же дальтоники. Они все время не могут с цветом разобраться. Давай, я так незаметно, давай, куда положить? Цветочек, да, да. Вот ведь девчонки привере, да? Загадочная женская душа. В честь 8 марта. Сейчас все модные, на фитнесе. Девчонки. Роман. Очень приятно. Милая, прости, я пошел, выключаем камеру. Друзья, всем привет. Мы на канале Body Mania, с вами я, Роман Дудушкин. Кстати, давно не виделись. В честь 8 марта проводим опрос. Что выберут девочки сегодня? Цветы, букет или букет батончиков? Я бы выбрал лично батончики. Ну, а мы сейчас узнаем, что же выберут девчонки. Можно вам пару вопросов? Мы социологический опрос проводим в честь 8 марта. Вы вообще на фитнесе? Фитнесом занимаетесь? Ну, так, да. Ну, не знаю, там нет? Или тусуетесь просто? Иногда занимаюсь. То есть со спортом дружите? Да. А вот что бы вы хотели на 8 марта? Спортивный батончик или, может быть, цветочки? Что выбрали? Цветочки. Цветочки, а батончик вкусный? Ну что, цветочек его надо нести? Смотрите. А цветочек молодой человек подарит? А нет. Нет у молодого человека. Тогда у меня выбора нет. У молодого человека нет. Милая, прости. Прости, дорогая жена. Девчонки, красный и белый выбираем. Я боюсь, это нет. Тащите нежно за бутон. Все как с мужчиной. Нежно, и тогда он и распустится. Правильно? Ну, я надеюсь, что мы сделали сегодня ваш день. Да, да, очень спасибо, да? Большое. Хорошо. Очень приятно. Хорошо, девочки. Занимайтесь фитнесом. И вы просто с хорошим кофе американо проведете этот день. Спасибо. Девочки, спасибо. С праздником вас. Девчонки, давайте я вам цветочек, а вы не курите. Мне нравится ваша такая напористость. Давайте. Никто не видит, все, выбрасываем, все. Так, пока они у меня тут еще живут. Спасибо. С 8 марта вас. Ну и, конечно же, вас. Но я вижу, вы с кофе, да? Спортом занимаетесь? Да. Я занимаюсь. Спасибо. Протеиновый батончик для поддержания вашей замечательной фигуры. Ребят, если вам понравилось наше видео, поддержите его лайком, и мы продолжим избавлять людей от плохих привычек, меняя сигареты или еще что-то подобное на вкусные батончики. Давайте так, я вам цветочек, а вы выбрасываете сигарету. И день станет немножко краше. Хорошо. Ну, давайте, давайте, ладно. Ну, уже, давайте. Так, ну, прям вот ногой, вот. Хорошо. Прям ногой, да, вот, вот так. Ну, вот, я сделал доброе дело, и вы тоже. Спасибо большое. 8 марта вас. Спасибо большое. Спортом занимаетесь? Да. Прямо на фитнесе? Нет. Не, как спортом, но нет. Ну, то есть, ну, ходите в фитнес-центр, там. Бассейн хожу. Бассейн хожу. То есть, добавки спортивные принимаете? Нет. Не только натуральные продукты? А если я в честь 8 марта батончик вам дам спортивный для поддержания фигуры, не будете его кушать? А если цветочек? И цветочек не нужен. Может, кто-то из вас не откажется от цветочка? Походу, не туда мы приехали. Здесь все пожрать собрались. Блины какие-то, масленица, а мы тут с цветочками, батончиками. Смотри, тут масленица, батоны все едят. А сейчас девчонкам пристану. Блины хотите есть, да? А давайте так, а я вам лучше батончик дам спортивный, вы не будете блины есть сегодня. Давайте. Договорились? Только по-честному. Давайте. Или даю цветочек и не даю батончик, и вы так остаетесь голодный, но с цветочками. Давайте. Кто что выберет? Батончик. Молодец. Вообще спортом занимаетесь? Я на физре. На физре. Наверное, прогуливаете. Держите, это вам. Так, то есть на лыжах прям, да? Да. Так, цветочек. Ну, вы сейчас точно не пойдете за блинчиками, нет? Я сейчас отвернусь и вот да ну его, и пошли. Нет? Все, давайте, с праздником, хорошего настроения, девочки. Дамы, здравствуйте. Скоро 8 марта. Женский праздник, правильно? Вот хотел спросить, сейчас же все спортом занимаются, да? А вы занимаетесь фигурой? А вот если бы я вам предложил... Мостик, это было бы круто. А можете? Нет, нет. Тогда без мостика. Нет, зачем? Я хотел вам подарить подарок. Вот мы решили узнать, девушки что выберут, цветы или батончики? Шоколадный батончик, либо цветы, все? Никаких шоколадных. Нет, лучше цветочки. Давайте, цветочки. А то вы подумали, что мы тут саентологи какие-то бегаем, да? Да. Девчонки, вы не злые, нет? Мы злые, я злая. Да, вот, вот мне тоже ребята говорят, да злые, они не подходи. Что вы выбрали? Цветочек? Или батончик? Ну, зависит от состава батончика. А, все-таки вот так вот, да? То есть вы на фитнесе, да?
А чем тогда, я не знаю, там белок от протеина отличается? Ну, мы не особо прошаренные. Молодцы, ну ладно. Так, хорошо, значит, чего? Батончик, да, все-таки? Протеиновый для фигуры? Нет, зависит от состава. Денежный состав, смотри, красивый, красивый, смотри, с клубничкой. Нет, не прокатит так. Ну как не прокатит? Не давай прокатит, почитаем, давайте. Смотри. Белковая смесь, концентрат молочного белка, коллаген для суставов. Колени будут крепкие, можно будет подпрыгивать. О. Клубничный, мне кажется, он просто по формату чисто женский даже. Такой вот, ну не знаю, клубничка женская. Так, ну а цветы будем раздавать, нет? Хотя бы по цветочку, 8 марта. Может. Не, вот даже цветочек дай. Цветочек дай, да. Давайте, конечно. Конечно. Ничего, будьте дерзкими в честь 8 марта, девчонки. Будьте дерзкими. Сейчас все модные на фитнесе, да, как говорится. Вы вот на фитнесе занимаетесь собой, фигурой? Занимаюсь. Занимаетесь, да? А вот что бы вы хотели получить, ну, скажем так, от незнакомца? Вот подошел к вам молодой человек и предлагает вам, если вы на фитнесе, спортивные батончики, либо цветы. Что бы вы выбрали? Я думаю, что каждая девушка любит цветы, но если бы парень подошел бы с батончиком, то это бы, наверное, больше привлекло внимание, потому что это, ну, очень необычно. То есть, представляю, примерно это выглядело бы вот так. Я иду, такой, милая, прости меня, опрос того стоит. Подхожу к вам и говорю, здравствуйте, с праздником вас, с 8 марта. Ну, это было бы очень необычно. Ну вот пусть это так необычно и будет, с праздником вас. Что выберете? Батончик. Я вас понимаю, я тоже выберу батончик. Тогда батончик. С 8 марта. А вы цветочек. Ну вот, мнения разделились. Все-таки кто-то хочет батончик, кто-то хочет цветочек. Девчонки, цветы выбрали, да? Батончик один на двоих, да? Так, давайте. С 8 марта, девушки, занимайтесь спортом. Ребят, можно вас отвлечем? Я вижу, у вас фотосессия. Слушай, ты бы что девчонке подарил? Ты мне, смотри, у меня есть батончик и цветы. Ты бы что подарил? Блин, а я нам сейчас кофе выпил там нормально с батончиком. Нет? Где слово? Хорошо. Вы бы сейчас что выбрали? Цветы или батончик протеиновый вкусный? Я уже поел цветы. Блин, я уже поел. Ну, так, а если бы не поела? А если бы не поела батончик? Молодец. Вот, праздник у вас. Зима закончилась, началась весна. А это значит новый соревновательный сезон. Поэтому 16 марта жду всех вас в городе Дмитров на нашем гран-при Дудушкин Фитнес Фэмили, который мы проводим совместно с компанией Гион. Все для вас, ребят. Сейчас узнаю, что хотят девчонки на 8 марта. Девчонки, привет. Привет. Можно я вам в честь 8 марта подарочек сделаю? Батончик протеиновый. Для фигуры. Для фигуры. Можно? И вам. Безопасно? Да, это безопасно. А вообще, что девчонки хотят на 8 марта? Я вот вам батончик даю, а вы же хотите шубу, там, не знаю. Хотя зима уже закончилась. Ну, все по-разному. Ну, по-разному. Ну, что-то все хочется. Ну, вот 8 марта, вот так вот, навскидку, по-быстрому. Вот хочу. Хорошая погода. Блин, согласен. А вы чего хотите? Провести время с любимым человеком. Ну, при этом можно и батончик с собой оставить, да? Так, поделиться на двоих. Ну, можно. Так, и все, то есть хорошая погода с любимым человеком. Вы берите по цветочку, пожалуйста, девчонки. Порадуйте каких-нибудь девушек, у которых нет молодых людей, да, им будет втройне приятнее, что вы... Да ничего страшного, я думаю, ребята не против. Нет, ребята не против, просто кому-то будет втройне приятно. Да. Хорошо, договорились. Все-таки какие девчонки оказались, а? От цветов отказались. Взяли батончик и говорят, хотим хорошей погоды и любимого человека рядом. Нам повезло, наши девчонки самые лучшие, получается. Маслицу встречаете? Конечно. Подожди, а у нас 8 марта же, вот оно уже. Вот. Ну так еще же. А что хочется 8 марта? Нет. Хочется чего 8 марта? Погода любви. Любви? Я тут хожу просто по городу, хожу. Хотел всем батончики раздать, протеиновые, специальные батончики, для фигуры. Да, были в форме, да? Чтобы фигура была супер, да. А у меня девчонки все цветы разбирают. Я думаю, вы хотите батончиков. Тоже цветы, что ли? А батончик? А батончик бы. Ну, давай потихонечку, он сейчас выключит камеру, ты скажешь, давай батончик, да? Да? А вообще фитнесом занимаетесь? Да. Прям вот вообще, да? В зал ходим, да. И что, и знаете, чем протеин от белка отличается? Нет. Ну мы чисто для себя. То есть протеин вы... это же тоже, это как бы, это то же самое белки, но они как бы искусственно произведенные, нет? Сейчас был реально просто джекпот. Джекпот. У меня тут есть еще специальный приз.
можете дать своему молодому человеку еще что-то. Это вот такой энергетический продукт. Я сама ездила. Да, во время. Это не есть, это ложечкой в кружечку или в шейкер. И водой. Да, и водичкой, и все. И вы на фитнесе классном. Мы выиграли. Я вижу, вам это нужнее, чем мне. Держите. Нет, спасибо. Ну, у вас кофе. Тогда цветочек возьмите. Праздник у вас. Вот ведь девчонки привере, да, даже в самый последний момент кофе пьет. Ей холодно, и она голодная. Она выбрала цветочек вместо батончика. Загадочная женская душа. Вижу замерзших, иду им помогать, пока они не испортили фотографию. Не-не-не-не. С праздником, девочки, спасибо. С 8 марта. Спасибо. Не мерзните, пожалуйста. С праздником. Ну что, все батончики раздали. Все цветочки подарили. Смотрите канал Будимания, подписывайтесь на нас. А с вами был Роман Дудушкин. И это Будимания. С праздником, с 8 марта.